Привет, мои дорогие! Сегодня хочу вам рассказать о том, что произойдет у нас завтра. Завтра у нас 7.7.2023 год. Это очень интересный год, потому что в сумме он дает тоже нам семерку. Это три семерочки, так называемые. Ну и поговорим, естественно, о самом аркане, седьмом аркане. Ну, если кто не видел, я уже делала видео по седьмому аркану, там все рассказывала, и позитивное, и негативное, но напомню, что же это такое семерка, это так называемая колесница, и молодой человек со звездой во лбу ведет двух сфинксов. Он руководит двумя сфинксами, он несется на этой колеснице. И сфинкс один белый, другой черный. И он должен найти тот самый баланс для того, чтобы, значит, свою жизнь упорядочить. Звезда говорит о том, что он одухотворен, то, что он видит свои цели, и он стремится к этому. И ему нужно действительно найти тот баланс, потому что сфинксы, хоть они и, ну, как бы спокойны, да, вроде бы, но стараются перетянуть, естественно, на свою сторону, или на белую, или на черную. И это называется движение, скорость движения, реализация всех своих планов. Это фантастика. Ну, естественно, если семерочка, она правильно себя, как говорится, позиционирует, то это достижение цели, это все вверх и вверх. Ну и если, естественно, семерка не хватает мотивации, не хватает целей, она не видит, или же вот обычно к таким людям, которые такие движут все, у них идеи полно, они такие мотиваторы, к ним, естественно, ну так бы я бы сказала, присасываются другие люди, которые хотят на чужом горбу да в рай въехать, ну и, естественно, могут вести как бы и людей, и саму эту семерку как бы вниз, и тогда, конечно, это все то же самое, это катимся в гору. То есть найти ту самую золотую середину. Но семерочка еще говорят о том, что если у вас много семерок, говорится, в дате рождения, то у вас очень много ангелов-хранителей. И иногда даже они, как бы, они тоже могут увести вас в другую сторону, потому что они знают, что вы идете не в ту сторону. Вы думаете, что вы в ту сторону идете, а на самом деле нет. То есть вас покровительствует очень много ангелов. Ну, естественно, с таким критическим суждением, умом, люди очень здорово работают в бизнесе, они это видят, они такие кризис-менеджеры, они могут вывести любую ситуацию, как говорится, в позитив, и это здорово. Ну, давайте применим это все к нашему дню. То есть, если у вас есть цели, если вы двигаетесь, если вы знаете, что вы хотите, как вы хотите, вы идете к своей цели, то, конечно, энергия позволит, то есть энергии этого дня, оно просто в три раза увеличено, и прям все у вас полетит. Но, значит, так как это еще и зеркальная дата, что такое зеркальное? То, что внутри, то есть снаружи. То есть вы в этот день можете увидеть, если к вам придут люди, которым вы не хотите общаться, или у вас какие-то, ну, получатся такие ситуации, которые вас не устраивают, то есть, значит, что-то внутри вы или не хотите видеть, или что-то вы внутри не понимаете, какая ситуация, вот вам все покажут, это зеркальная дата. Ну и, естественно, это такое, так называемое, тройное, как бы, увеличение тоже. То есть, если вы неправильно куда-то побежите, то вы надолго побежите, да, то есть вы в три раза еще раз увеличите свое движение. Если вы, как говорится, в негативе, то вас может еще больше утянуть в депрессию. Так что будьте как бы начеку с этим числом.
и это движение. То есть в этот день желательно много двигать, путешествовать, потому что семерка это все-таки говорит нам об путешествиях, это дорога, это машина, это покупки, это бизнес, это очень всего много, но опять же мы смотрим на этот день. Он бы, как вам сказать, этот день такой, что вы можете сразу оценить, правильно вы идете, все у вас ли получается, и увеличить это. Ну, естественно, мысли, потому что мысль, она порождает, как говорится, идею, и дает энергию для того, чтобы это воплотить. Поэтому вот первая семерочка, это как бы вижу цель, седьмой не вижу преград, ну и еще одна семерочка, я получу то, что хочу, если я буду двигаться в этом направлении. Ну, еще раз я пошучу, да, если вы видите цель, бегите к ней, если вы не можете бежать, идите, если не можете идти, ползите, если не можете ползти, лежите и смотрите в этом направлении, да, вот, но все равно вы какие-то действия совершаете к своей цели, и вы ее обязательно получите. Поэтому завтра, это как бы, с одной стороны, это такой день энергия, как бы, да, вот, и в то же время вы можете оценить свою жизнь, действительно ли вы, у вас все получается. Ну и завтра, естественно, еще кто помнит, у нас такой день Ивана Купалы. Поэтому в этот день даже можно совершать какие-то интересные обряды, потому чтобы очистить свою жизнь, наполнить ее, защитить свою жизнь. Очень много ритуалов по этому поводу. Вот, то же самое очищение огнем, и наполнение огнем, и защита огнем. Все. Ну, то есть это завтра это так. Какой шикарный день! Не пропустите! Желаю вам удачи, достижения всех целей, ну и рост. Вот, растите, открывайте свое сознание, просыпайтесь, не критикуйте, потому что если вы что-то критикуете, значит, вы не находите своей жизни. Ну, на этом пока-пока и до новых встреч! Ну и еще хотелось бы вам сказать о том, что я вставлю небольшой фрагмент в конце видео, вот, и, ну, чтобы расслабиться, и вам приятного отдыха. А ну давай, мы поглядим, будь ты каким угодно скорым, и услужить тебе двоим. Проголодавшимся сеньорам.